Динозавры – единственные крупные животные на Земле, которые почти 140 миллионов лет господствовали на планете. Они распространились по всем материкам и приспособились к жизни в разных условиях. Слово «динозавр», составленное из двух древнегреческих слов «динос» – «ужасный», «страшный» и «саврос» – «ящерица». Впервые данное словосочетание употребил знаменитый английский ученый-палеонтолог Оуэн в 1842 году. Динозавры были рептилиями, животными с позвоночником, четырьмя конечностями. Их ближайшими ныне живущими родственниками являются крокодилы и аллигаторы. Самое явное отличие динозавров от других рептилий – расположение их конечностей. Они находились прямо под туловищем животного. Примерно так же, как у млекопитающих. Предположительно, существовало около 1000 видов динозавров. Это и гигантские ящеры, передвигающиеся на четырех конечностях, и мелкие динозавры, проворно бегавшие только на задних конечностях.